Привет, дорогие друзья! Я в Алании, 26 апреля, погода. Сейчас супер. 10 часов утра, пятница, 26 апреля. Вчера прилетела из Москвы. Ну что я могу сказать? В Алании у нас, конечно, красота неописуемая, зелень, солнце. Ну, сейчас немного пасмурно, говорят, что идет на нас песчаная буря, но очень классно, очень тепло. В 9 утра вот я уже вижу, люди гуляют, занимаются спортом, просто сидят, дышат морем, солнцем. Я сейчас нахожусь в районе Оба, недалеко от отеля Banana Beach, и мы с вами... Я соскучилась по морю, невероятно. И мы сейчас с вами спустимся на пляж, поскольку у меня не очень много времени, но все равно я с вами... Давайте сходим на пляж. Море сегодня очень спокойное. Конечно, волн. Ой, ребята, смотрите, волн вообще нет. Пляжи почистили, насколько я вижу. Достаточно чисто, все убрано. В общем, красота. Можно просто сидеть на песочке и дышать морем. Ой, я не была в Алании сколько? Уже больше недели. И действительно соскучилась прям очень. Вот что у нас происходит на пляже в Обе. Море. Говорят, что еще немного прохладное, но купаться уже, конечно, можно. Для нас еще рано, но через месяца два мы тоже с Айханом уже будем купаться. Здесь парк, вечером, особенно вечером, включают фонтан. Сейчас фонтан выключен, но вечером с подсветкой очень красиво. Для скейтеров здесь есть площадка, можно играть в настольный теннис, можно просто сидеть и наслаждаться цветами, зеленью и дышать морем, морским воздухом. Я знаю, что вы хотите, чтобы я больше снимала для вас видео, и я буду стараться еще больше. На самом деле, чтобы снять видео, много времени-то не надо. Минут, ну, максимум час. Но, к сожалению, бывает так, что загруженным днем ты просто погружаешься во всю свою работу и не замечаешь, как проходит время, но я вам обещаю, друзья, я буду стараться снимать больше. Поэтому сегодня у нас пятница, сегодня у нас рынок, классная погода, и я вам расскажу, как можно больше, как проходит и рабочий день, и что интересного есть в Алании, как она выглядит 26 апреля 2019 года. Сегодня пятничный рынок. На рынок мы пойдем с вами чуть попозже, но хочу вам показать, что на дороге торговцев нет сегодня. Почему? Потому что снесли свадебный салон, и все торговцы, которые, как вы знаете, были вот здесь вот на дороге раньше, я думаю, что вы видели, их нет. И нет торговцев на прилегающих дорогах к рынку, а только на рынке. Все торговцы, которые раньше продавали свои товары на дорогах, они переместились непосредственно на место снесенного свадебного салона. На рынке я еще не была, чуть позже с Айханом мы пойдем, а сейчас будем кушать дюрюм, по которым мы
очень соскучились. Айхан у нас здесь. Вы тоже писали, что вы по нему очень соскучились. Айхан. Herkes aynı çok özledi. O, ben de herkes çok özledim. И прежде чем идти на рынок, мы с Айханом взяли дюрюм, он с мясом, а я всегда ем с курицы, ну и, конечно же, айран. Всем, кто кушает, приятного аппетита. И напишите в комментариях, любите ли вы дюрюмы. Ну что, друзья, давайте с вами, вот как вы видите, нет продавцов на тротуаре. Давайте с вами пройдемся быстренько и посмотрим на цены. Яблоки по 3 лиры. Эльмала нерден? Коркутель. Коркутель. Яблоки из Коркутели. Груши. Вот эти вот груши 4 лиры, очень сладкие. Странная у них форма такая, маленькие, но очень-очень вкусные, очень сладкие груши. Есть по 1,5 лиры яблоки. Это айва, остатки айвы уже с сезона. Мерхаба. Очень много народу. Апельсины. Апельсины по 2 лиры. Вот эти апельсины мы берем на, чтобы делать свежевыжатый сок. Перец 10 лир. Цены на самом деле упали. И даже зайдя на рынок, я это чувствую. Рынок переместился на место снесенного свадебного салона. Уже есть клубника. Пахнет вкусно. Клубника у нас почем? Клубника по 6 лир. Более крупная клубника по 8 лир. Вот такая вот красивая, красивая клубника. 7 лир килограмм лука. Картошка по 6 лир. Ну, друзья, я думаю, что мы самое главное с вами увидели. Это 6 лир клубника. Все остальное. Грейпфрукты. Свежие грейпфрукты 2,5 лиры. Огурцы 2 лиры. 2 лира. Костан 2 лира. Апельсины 3 лиры. 2 лира, дадим 2 лира. Это огурцы. Огурцы 2 лиры. Арбузы появились, первые арбузы, авокадо, дыни, морковь 5 лир. Но сейчас уже не сезон, поэтому морковь дорогая. Зелень 5 лир, капуста. Это у нас что? Это у нас горох. Ne kadar? 8 лир горох. Кто любит горох? Шампиньоны 10 лир килограмм. Ну и, конечно же, здесь сухофрукты, орехи, различные сладости. Я очень люблю вот эти вот сушеные сладости. Инжир 50 лир килограмм. Чай, лавровый лист. Авокадо 2,5 лиры килограмм. И появился у нас виноград 6 лир. Цветная капуста 5, слива 4. Мне кажется, цены очень классные, и мы прям сегодня купим клубнику. Яблоки 2 лиры, 4 лиры груши, дыня 1,5, 13 лир килограмм, но еще не сезон, еще рано. Яблоки 3,5. Бананы почем? Бананы по 7 лир. Есть по 10 и по 12. Но цены на бананы чуть-чуть выросли. Здесь у нас разные приправы. Грецкий орех 20 лир килограмм. И различные сухофрукты. Баклажаны по 2 лиры, новый сезон, такие вот маленькие, и огурцы 2,5 лиры. Айхан, хорошие огурцы? Yes. Хорошие? Таза, yes. Фреш. Свежие.
5 лир перец. Вот такие вот огромные помидоры. Тоже 5 лир. Кабачки 3 лиры. И огурцы даже есть по 1 лире. На рынке продают очень красивые цветы. И клубника по 6 лир помельче и по 8 лир покрупнее. Помидоры черри по 4 лиры. И помидоры покрупнее по 4 лиры. Фасоль по 5 лир. И вот такой вот перец по 6 лир. Мы решили взять крупные помидоры. Крупные свежие кабачки, зеленые, по 5 лир. И светлые тоже по 5 лир. Деревенские помидоры, вот такие вот интересные, но они очень вкусные. По 5 лир. И, конечно же, много чая, сухофруктов, специй, различных сладостей, халва, чай, что здесь еще? Ну, в общем, все, что вы можете с собой взять домой, если приезжаете в Аланию в отпуск. Очень мы любим вот такой вот чай. Конечно, химия страшная, но очень вкусный вот такой вот яблочный чай. Красное яблоко и зеленое яблоко. Есть вот такие вот наборы. Написано «Алания». Клубника 6 лир и мушмула 10 лир, бананы. Вот эти бананы по 12 лир. Шелковица появилась на рынке. Апельсины. Нам нужно найти хорошие вкусные апельсины. Продаются здесь вот такие вот травы. Шалфей. 2,5 лиры всего. Взяли вот эти вот апельсины. 2,5. Дядечка продал нам по 2 лиры. Капуста 3 лиры. Рока, алалым лук, рока. Рока. Рока свежая. Петрушка, укроп, различные травы. Ну и, конечно же, морковка. Чеснок. Вот такой вот свежий. Свежий чеснок. И укроп. Мед в сотах, настоящий мед. Вкуснятина невероятная, конечно. Здесь тоже зелень, морковь 5 лир. Очень много свежей зелени. Лимоны 2,5, вот очень большие лимоны, огромные. Авокадо 3 штуки, 10 лир. Шелковица есть. Друзья, этот рынок мне нравится намного больше, потому что здесь появилась клубника, виноград, очень много авокадо, большие авокадо 7 по 7 лир. А сейчас мы идем брать клубнику. Айхан Челек Бурда. Здесь большая очередь, как всегда. Картофель килограмм 5 лир. Свежий тоже, свежий картофель. Айхан, картошка хорошая? Хорошая?
20 TL. Кукуруза 4 штуки, 10 лир. Ну и, конечно же, можно купить вареную. Вареная самая вкусная. Яблочки. Сейчас с Айханом купим яблочки. Вот эти яблоки вкусные. 3 лиры. Эльма нерде? Коркутель. Коркутель. Анталия Коркутель. Яблоки из района Коркутель, из анталийского района Коркутель. Арбузы появились, первые арбузы. Карпузная канар? 5 лир. Кило. Кило. 5 лир. 5 лир килограмм арбузы. В прошлом году мы арбузы не ели, а в этом году думаю, что поедим, потому что очень хочется. Айхан, без гечанса на карпуз емели? Ас, а моя в дагич. А, да, мы покупали, наверное, видите, я даже не помню. Зеленая слива 15 лир и шелковица 3 лиры. Вкуснятина. Да, друзья, еще раз, с приближением лета рынок становится все красивее и ярче. Клубника, скоро у нас будет черешня. Потрясающе. 5 лир перец. Вот так вот выглядит наш пятничный рынок. Мы уже закупились всем. И сейчас идем обратно в офис. Вот такие вот цены в конце апреля на рынке в Алании. Насыл пазарчок гюзель, да? Да, гюзель. Her zaman гюзель. Рынок стал. И вот так вот, гуляя по рынку, мы встретились с Аллой. Алла, вы из Москвы? Да, я из Москвы. Видите, я недавно приехала из Москвы, а Алла приехала в Алании, да? Вы где отдыхаете? Отель Сефалар, это там дальше, далеко, ну мы на Кун. Далеко? Ходим. Ну как далеко, ну минут 5 отсюда. А, пешком, а, ну практически да. В центре, да? Да, как да. Вам погода в апреле? Ну, я думала, теплее будет, но в принципе, по сравнению с Москвой, конечно, говорят, там сейчас тоже потеплело. Жарко, очень жарко, 22 градуса. Да, в мае, да. Говорят, ну к майским уже похолодание, но мы еще пока здесь были майские. Ну сейчас пасмурно, поэтому... Я по вашей рекомендации, вот рынок нашла. Рынок. Да. Что купили? Мы, что, посмотрите, клубнить, клубничку, да, помидорчики, все то же самое. Клубника, бананы, что там еще, да. Ну рынок стал классный. Дети отъедаются, да. Очень поэтому... рада встретить была. Да. Я первый раз в жизни встретила человека, который смотрел на Ютубе. Слушайте, ну класс. Поэтому, ребята, если вы нас видите, подходите обязательно, потому что мы всегда хотим видеть наших подписчиков в лицо. То есть вот люди прям подходят, и я прям знаю, кто уже смотрит. То есть, ну... Я тут лакет Аню, говорю, все, найдем это столовую, знаем, где тут что. Вам очень много почерпнуло из ваших видео. Да, мы желаем вам хорошего отдыха. Спасибо большое. А с вами мы прощаемся и обязательно приезжайте в Аланию. Да, приезжайте, супер город, вообще классно, очень. Вы первый раз? Первый раз в Алании, да. Мы в Сиде в том году отдыхали, но в этом году решили в Аланию поехать. Я прям не разочарована, я очень довольна. Супер, очень классно. Да, поэтому приезжайте и встретимся уже с вами в Алании. Всем всего хорошего, пока. Пока.